Всем привет, я Клевер. Сейчас я разыграю своего друга ВКонтакте песенкой. И как это будет выглядеть, мы увидим в этом видео. Сначала я с ним немного пообщаюсь, а потом буду вставлять фразы из песни. И посмотрим на его реакцию. Итак, начинаем. Клевер, извини, не смог поиграть в доту в воскресенье. Привет. Привет. Так уже прошло. Я знаю. Сори, что не смог поиграть. Бывает. У нас был праздник. Из-за этого я помогал сестре. И не мог поиграть. И еще в рекомендуемых у меня было то, что ты, алмазная принцесса, играли в игру, где надо собирать магнитофон и бежать от монстров. Было весело. А ты уже научился играть в доту? Меня однажды пригласили поиграть с друзьями в доту. И ты теперь хорошо играешь в доту? Ну я ведь раньше не играл, ты заходи, бля, чё ты? А я не могу, у меня компа нет. Я даже начал думать, дота полное говно, а не игра. Я играю в интернет-клубах. Нет, если хорошо играть, то дота вполне нормальная. Тут друзья сказали, Пика и Рики это имба. Я тоже когда-то, играл в доту впервые. И думал, что это говно. Но потом, теперь, я нормально играю. А Рики не всегда имба. Ну и я сказал, окей, посмотрим, в чем же его сила. Это на усмотрение врагов. Раки они или нет. Читаю про его ульту. Ох, ёбаный насрал, невидимый вечный герой. Вот то, что я искал. На его ульту изменили. Его ульта был инвизом. Но его сделали в первых уровнях. Теперь уже который месяц я караю бабы. Враги меня боятся и ноют словно бабы. Но тебя могут легко схватить. Гем или Вардами. Если способности героев, где показывают вражеских героев. Похоже, я достиг вершины мастерства. Винрейдзе Рикимару почти что равен 100. А ты кроме Рики играешь в других героев? Он пикнул Рикимару, оу, вся пуканы порвал. Сам Мортов Скэри убивает, он за время облака легко. А ты сверху видел пользовательскую игру? Эти сендри и досты, жалко всем голды. Потому-то Рикимару год за годом раздает пизды. Но есть БХ, у него инвиз, конечно, временный, но у него есть крит, сурикен и палево, героев плюс голды. Для начинающих дотеров играть надо с Райскинга. Невидимая крыса ебёт себе в жопу из инвиза, поэтому все думают, что пикнул Рики, значит пидор. У него только стан, ну герои с инвизами говорят крысами. Стоит удивляться, если взял ты Рикимару, что вскоре враг напишет много слов плохих про твою маму. Но они не любят инвиз, потому что ты можешь к ним подойти. Никуть, облако и, возможно, и убьешь. Все это раздражает. Каждый второй игрок в доте его люто ненавидит. Его хотят скорее взять, играя против него фидят. Но Рики можно, и говоря стиля. Диффузы, Масков Мэннес, Башер, Саша, Яша. Рикимару всем покажет, что их место у фараж. Клевер, слышь? Слышу. Это ты на каких еще героев играл? Кроме Рики. Куда бы ты ни шел в инвизе, ждет тебя угроза. Он всех ужасно бесит, он в каждой заднице заноза. Клевер, слышь? Это ты на каких героев еще играл? Кроме Рики. Блин, бэкстоп облака и в спину два удара. Ты нихуя не понял, а уж мертвый у фонтана. Клевер! Да? Ты хоть игру стримишь? Нет пока, а надо? Пострими, я хочу увидеть, как ты играешь. На фиде в 0 на 20 против Рики берут гем, но умирают снова, продолжая сосать член. В Ютубе и в Твиче стримли. Твич свой можешь скинуть? Клевер! Запугаю я сосу, Леоном тоже я сосу, но стоит взять мне Рики, и я любого обоссу. Ссылку на Твич. У меня же сотовый. Я кинул ссылку. На Твич канал, а не на видео.
Ты, короче, попадаешь в видео, наверное, пранк песни. У меня нет таких. Пока. Это же твой? Ага. Подписался, жду стрима по доте. Надо учиться играть, я не умею. Ты же говорил. Из этих слов я думал, ты теперь можешь играть. Это был пранк песни. Понравилось, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Я Клеер, всем пока. Ту-ру-ту-ту-ру. Ту-ту.